Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi Redmi A2. И сейчас я покажу вам, как сделать сброс настроек камеры. Итак, для этого мы открываем камеру и нажимаем на три полоски в правом верхнем углу и выбираем настройки. И далее проходим в самый низ и выбираем сброс настроек, нажимаем ОК. И таким образом сбрасываем настройки. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.